Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. В октябре 2020 года звезда Comedy Woman призналась фолловерам, что страдает от атопического дерматита. Это хроническое заболевание, которое не беспокоило актрису с самого детства, болезнь находилась в состоянии ремиссии. Однако после пережитых стрессов атопический дерматит вновь вернулся в жизнь Натальи. Продолжительное время актриса лечила кожу лица и подбирала подходящие для нее препараты. Спустя время Медведева смогла победить недуг, который перешел в состояние ремиссии. Однако недавно актрису вновь настиг атопический дерматит в обостренной форме. «Мой атопический дерматит устал находиться в ремиссии, нашел повод стресс, и еще, конечно, совпали пара-тройка факторов, и вуаля», — пишет Медведева. Наталья Медведева совсем не стесняется показывать свою кожу лица, покрытая красными пятнами. «В итоге у меня было обострение атопического дерматита. Это хроническое заболевание. Было в ремиссии, получается, в детстве страдала. Произошло на фоне самовольного и бездумного, по советам. Употребление БАДов витаминов. И внутри, и снаружи. Самопроизвольного использования стероидных гормональных мазей, тех, что на лицо наносить никак нельзя. И вследствие присоединился сильный стресс, из-за которого уже позже были обострения на эти высыпания. И психосоматику никто не отменял», — рассказывает актриса. Сейчас Наталья Медведева готова помочь своим фолловерам, страдающих таким же недугом. Она поделилась своей историей и своим планом лечения. Однако предупредила, что ее опыт может не всем подойти, ведь причины возникновения недуга могут быть совершенно разные. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.